Новый год – лучшее время для воплощения заветных желаний. 22 декабря губернатор Игорь Уденя перед началом заседания Госсовета в Кремле, которое провел президент Владимир Путин, принял участие в общероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Два от семилетних жителей Верхневолжья – Арсения, новогоднее желание которого – классическая гитара, и Николая, мечтающего о конструкторе. Также Игорь Уденя исполнит мечту 4-летнего мальчика Алексея из Запорожской области. Малыш загадал получить в подарок на Новый год конструктор.